Всех приветствую. Всем привет, значит, это Дубровский логистикс, доставка с поздно. Сегодня нам приехала поставочка небольшая. Тут, ну, как сказать, небольшая. Три коробки. Вот. И там был вот такой вот пуховичок, на который я хотел бы снять обзор. Это Nike AKG. Вот. Кто с поздно хочет заказать, в описании заходите, там ссылочка на мою группу ВК. Что хочется сказать вообще первое об этом пуховике? Меня удивила его теплота. И его функциональность, наверное, потому что вот, например, такая штука есть не везде. Она, правда, выдерживает до килограмма, но все равно тоже приятно. Можно повесить ключи, то, например, для похода этот пуховик подойдет вообще идеально. Также я, короче, немного не понял, для чего нужен вот этот козырек в капюшоне. Короче, не знаю. Очень противоречивый такой пуховичок, но что хочется сказать, карманы у него просто огроменные и очень тепло, когда засовываешь туда руку. Кстати, вот такая вот интересная... молния, брелок на молнии. Вот, сейчас я вам его открою, покажу вообще вид изнутри. Как видите, пуховик, короче, он прошитый для того, чтобы пух весь вниз не скапливался. И пуха очень много. Вот. Ну, такие элементы, вставки. Вот, тут, короче, бирки всех, кто причастен к этому. Вот, к этому пуховику вообще. Прималофт, Эконук, Лунар, Лейк, Найкса. Вот, его, это подразделение Nike, которое делает одежду из переработанных материалов. Вот, в комплекте с сумкой идет вот такая Lunar Lake сумка, интересная очень, которая, кстати, вот имеет ручку и вешается почему-то на бирку. Не знаю почему, очень интересное решение, но как-то так. Вот, на самом деле, что хочется сказать о пуховике. То, что я, наверное, уже говорил, это то, что он теплый, очень много пуха. И бла-бла-бла. Но я уверен, что в Сибири, например, какой-то, в нем будет тепло. Вот, то есть такой пуховик, знаете, как для стиля горкорп подойдет идеально. Вот, кстати, очень люблю этот стиль. Буду про него побольше обзорчиков снимать, про одежду, связанную с горкорпом и так далее. Вот, вот так вот выглядит сзади пуховичок, то есть он прошит, все четенько. Вот такие интересные у нас узорчики здесь. Вот такая бирка Эконул. Вот. Ну, вообще, пуховик четкий. Я бы показал вам, как он сидит на мне, но он XL. Вот. Поэтому я его, наверное, не буду одевать, потому что смысла в этом особо нет. Вот бирочки, кстати, кому интересно. Производство вьетнамское. По качеству вообще все четенько. Я смотрел и швы. Чисто для себя даже мне было интересно. АКГ делают вещи, АКГ делают годно. Этот пуховик стоит... по-моему, 1011 рублей. И, ну, составляя топ пуховиков с поздно, я бы поставил его на место так второе. Вот, на первом все-таки, скорее всего, будет Adidas, потому что он такой из среднего сегмента. Этот на втором, он дорогой, но он интересный. И в таком пуховике я не видел никого, например, ну, по крайней мере, в Москве. Вот, интересный пуховик. Чего, кто хочет заказать, пишите, ссылочка в описании. Как-то так.